Начинаем очередное заседание кружка любителей гегельской диалектики и первое вот в этом полугодии, в первом полугодии 2018 года. Это, так сказать, знаменательное событие, потому что мы занимаемся категорией действительного. Вот категории действительно мы шли очень долго, осталось нас немного. Вот это похоже на восхождение на вершину. И дело в том, что значит, если вершина это, так сказать, движение на вершину идет по внешней, так сказать, стороне горы, то восхождение в науке логики идет, ну так сказать, кумулятивным образом. То есть каждая следующая категория содержит в себе все остальные категории, которые мы прошли в снятом виде. А снятие – это, как известно, отрицание содержания. То есть не так обстоит дело, и вот очень резко Гегель везде выступает против рядоположенности. Дескать, что вот эта категория, вот рядом это, вот это – нет. Каждая следующая категория, она является движением от этой категории дальше, раз она идет дальше, значит, она отрицает эту категорию, но она никак не может ее отрицать, так же, как я могу вот оттолкнуть, но для этого мне надо к нему прикоснуться и притронуться. А если я не притронусь, я не оттолкну. И никакого другого способа двинуться вперед, кроме как отрицать. То есть стать другой категорией. И эта же категория становится другой, раз она другая, она не такая. То есть она вот этим самым «не» отрицает предыдущую категорию, и тем самым совершается движение вперед. О чем это говорит? Это говорит о том, чтобы понять вот очередную какую-то категорию, которую мы рассматриваем, в общем, надо понять все предшествующее. Или наоборот, и какое-то не очень ясное понимание предшествующих категорий, оно не позволяет, или позволяет только отчасти понять вот, ту категорию, которую мы разбираем. Поэтому мы и двигаемся достаточно медленно, я бы сказал, достаточно медленно, по-моему, с точки зрения понимания, максимально быстро. То есть, судя по тому, насколько мы продвигаемся в понимании, быстрее уже двигаться нельзя, потому что у нас нет такой задачи побежать, если, скажем, кто-то бежит, а другие не успевают за ним. И чемоданы побросали, и ничего не осталось. Вот, это во-первых. Во-вторых, поскольку этот наш кружок, он тоже тот же самый носит характер, как и Красный университет и приложение к нему, то есть у нас есть люди, которые сюда приходят. Меня некоторые товарищи спрашивают, а как попасть в кружок? И очень просто, значит, поступить в Красный университет, закончить его и приходить в кружок. Ну, как-то после этого как-то активность уменьшается. И у нас, к сожалению, как я заметил, поскольку ко мне обращаются с разными вопросами, что у нас есть много людей, которые хотят просто читать и становиться потребителями знаний. А воспроизводить то, что они читали, ну, что требуется и в Красном университете, и на кружке, по идее, желательно, чтобы люди воспроизводили свое понимание, потому что понять, значит, выразить, понять их. А если я вот, так сказать, впитываю, тщательно слежу, внимательно слушаю, ну, это же делает и озеро, над которым пролетает птица, потому что эта птица хорошо в этом озере отражается. Вот, поэтому, если все потребитель и все прочесть, ну, будет в голове библиотека. Вот, и можно стать библиографом. Поэтому вопрос не о том, что человек овладеет наукой, а о том, что он будет знать, где что написано, в каком разделе, где это касается и этой. Особенно тогда нужно овладевать вот содержанием, оглавлением, потому что оглавления там все они расположены по порядку. Говорит, у нас вот всего час занятий, причем в это время надо шуршать, ходить и так далее, непонятно. Чтобы у вас их хорошо видеть. Это надо раньше то сесть без 5-7, а не 5, а не 10 минут 8 этим заниматься. Приношу прощения. У нас дисциплина мысли, но не только. Значит, что характеризует категорию действительного? Значит, мы с вами переживали только тяжелые времена, когда изучали рефлексию. Потому что все вроде как в учении о бытии одно за другим шло, и было более-менее понятно. Не очень и всем понятно, не так уж просто, но более-менее понятно. Потом, когда мы попали
учение о сущности, поскольку сущность есть снятое бытие, а снятие есть отрицание, это то, что оно с удержанием, это мы тоже знаем, но оно отрицание, и всякое движение, получается движение отрицательное, отрицание того, что есть. А поскольку есть это бытие, как только мы что-нибудь там увидим, то вот это отрицание, сущность как отрицание, оно как бы его истребляет, то есть оно его снова отрицает. И вот это бесконечное отрицание, движение бесконечного отрицания всякого бытия, есть рефлексия. Поэтому рефлексия – это отрицание. То есть имеет вид ничто. Вот такой вид. И это незнакомый, так сказать, для нас способ рассуждения и способ движения, потому что движение получается вначале в сфере сущности от ничто к ничто. Потом мы обращаем внимание на то, что она при этом, вот эта сущность, вот эта рефлексия, она, раз она все время есть отрицание, отождественно с собой как отрицание. Отрицание с отрицанием же отождественное, правда? Согласитесь, что отрицание равно отрицание. Поэтому вот на это равенство мы обращаем внимание, и получается, что вот это равенство отрицания с собой есть тоже. Есть оно или нет? Равенство отрицания с самим собой. Ничто равно, ничто. Есть. Но раз есть, значит, бытие. То есть бытие тут есть. Но какое? Такое, которое сразу же и отрицается. То есть тут спокойного бытия нету, чтобы оно было и все. Нет. Все здесь с отрицанием берется. Значит, всякое бытие, которое здесь есть, тут же отрицается. То есть бытие тут есть только как отрицаемое, а отрицание есть как равенство отрицания с самим собой. Есть, оно есть, отрицание. Но как равенство отрицания с самим собой. То есть оно, вот оно, бытие этого отрицания. А потом мы начали смотреть, что все у нас как бы в перевернутом виде получается. Вот если мы учение о бытии, как вот мы прекрасно знаем, сейчас я спрошу Дениса Борисовича, он сразу ответит, определенность – это что такое? Определенность. Недалеко. Это, ну, в самом деле, это недалеко. Это вот наличное бытие. А в наличном бытие мы что различили? Оно уже снятое становление, так? А становление наряду с бытием есть? Есть ничто. Значит, в наличном бытие, налицо бытие, это бытие. Спокойное и простое бытие, а в нем есть ничто. Вот это ничто в бытии называется как? Небытием. Бытие. И вот теперь дается формулировка. Небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, есть определенность. Ну, я просто хочу сказать, что понятно, что это наизусть, в общем, так сказать, заучивать не надо. Другое дело, что если кто-то думает, что я, так сказать, потому так говорю, что я, так сказать, вот вроде как хорошо разбираюсь, это может быть с одной стороны отчасти так, а с другой стороны я столько раз уже к этому возвращался, что некоторые формулировки я просто запомнил. Не от хорошей памяти, а ну, если вы 16 раз или 18 прочтете одно и то же, то вы будете говорить, не хочу запоминать, но все равно оно запомнится. Поэтому у меня создается иногда иллюзия, что вот такие вот некоторые вещи, ну, просто могут уже отскакивать они вначале. Поэтому я и спросил. Ну, и вот Денис Борисович вспомнил, в принципе, это дело. Но почему нам приходится сейчас вспоминать? Потому что мы начинаем новое движение в новой сфере, а здесь все наоборот. Почему наоборот? Потому что то, что составляет общую, так сказать, стихию сущности, это отрицание. Правильно? Какая может быть определенность в отрицании? Ну, чтобы была какая-то определенность, надо или черное забелить, или белое зачернить. Ну, раз если у нас тут черное, то есть отрицание, значит, чтобы была определенность, надо какое-то белое. То есть здесь вот наличие этого бытия, равенство отрицательного с собой, это бытие, здесь бытие, учение о сущности. Наличие этого бытия придает определенность этой рефлексии. А рефлексия – это отражение. А что значит отражение? Отрицание. Вот я отрицаю Шаббаса. Чтобы его отрицать, я должен к нему повернуться и сказать, да, я против. Да? Я знаю, что вы против. А на самом деле люди грамотные,
люди грамотные видят, что сказать, вот я больше никому не повернулся, а внимание оказал только товарищу Саласову. Хотя бы, так сказать, вот такая форма вроде отрицательная. Или, как говорит там, Гегель в начале, там, приводит примеры, что для того, чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. И вот то, что для нас непривычно, вот Гегель пытается это внедрить везде, чтобы люди настроили себя на правильное, ну, на диалектическое восприятие мира. Это на самом деле всегда так, но только наши, так сказать, правила формальной логики это отсекают. Как будто этого нет. А это всегда есть. Всегда есть. Всегда есть другая сторона и есть противоположность. И если мы ее вот, ну, изучаем диалектику и что-то вот не находим, значит, что-то у нас не в порядке, надо поискать. Поискать, и мы ее найдем. И вот здесь получается, как может быть что-то определенное в учении о сущности? Значит, наряду с отрицательным что-то надо должно быть увидеть положительным. Мы увидели равенство отрицательного с собой. Вот будете когда читать, конечно, это заумно звучит. Ну, с одной стороны, а с другой стороны, как больше? Вы можете оспорить, что отрицательное равно отрицательному? Никак не оспоришь. В конце концов, занимаются люди в математике отрицательными величинами. Тем более, два отрицательных, умноженные друг на друга, дают положительные. Так что, все это так бывает. А какой хитренький. Когда надо формальное математическое, когда нет, вот, значит, диалектики. Я рад, что вы, что вы поняли, что когда надо. Понимаете? И подчеркнули это, что не просто так попусту выхватывает, и когда не надо. Когда надо и не надо. А он, видите, как похвалил, говорит, когда надо. Спасибо большое, Евгений Николаевич, очень приятно от вас получить комплимент. Значит, таким образом, здесь определенность в этой сфере, в сфере сущности, она получается вот благодаря вот этому. И тогда это мы имеем дело уже не с определенностью, а название для вот этой категории. Какое? Ну, тут, я думаю, вы не ответите так сходу. Потому что я там долго ходил вот вокруг этого, там, посмотрел, пока я вот понял, что тут надо вот увидеть это. Что там происходит? Это вот как черная дыра, это когда начинается рефлексия, учение о сущности. Без дна. А без дна от слова «без дна» и туда погружаешься. Одно-то есть, оно же равно самому себе. Тождество. А? Тождество название. Рефлективное определение. Но вы все равно попали в точку, потому что тождество одно из первое рефлективное определение. Рефлективное определение. И первым рефлективным определением является тождество, вот равенство с собой. Ну раз это равенство отрицательного с собой, то это равенство неравного. Понятное дело. Равенство неравного. И когда мы начинаем оглядываться после этого по сторонам, отходить от книжки и смотреть, то выясняется, что именно так и есть в жизни. Всегда, когда чего-то приравнивают, всегда приравнивают неравные. Говорят, мы разные, мы вот равны. Люди должны быть равны. И что, и цвет глаз будет одинаковый, да, и волосы будут одинаковые. И вообще будут одинаковые одежды. Ну, как в армии. А? Как в армии. Унисекс, да. В армии у одних одна звездочка, у других две звездочки, а так все равны. И главнокомандующий, он вообще без звездочек, но может любой приказ стать. Как? Это армия же, а если вы что, армию берете без начальства, без этого офицерского состава, Валерий Александрович? Ну, при этом генералы говорят, я солдат, говорят? Говорят. Ну, вот, говорят. Мы военные, как военные мы равны. Ну что, в чем разница-то? Ну что, вы военный, я военный, вот и все. А в остальном мы не равны. Только я чищу картошку, а вы говорите, чтобы я чистил картошку. А так мы равны. Значит, то есть наряд один на всех, на нас, но вы его мне даете, а я иду его выполняю. Вот видите, как это? Конечно, мы равны, я согласен, военные. И можете ли вы привести пример какого-нибудь равенства, где бы равное было равно? Только равно. Нет. И Гегель приводит пример такие. Елка – это елка. Бревно есть бревно. И вот когда люди говорят, с такими глубокомыслием начинают такие примеры приводить, что называется тавтологией, повторение одного и того же. От них что-то ожидали. Сейчас я вам расскажу про Бога. Знаете, кто такой Бог? Это Бог. Почему вы не обрадовались, что я вам рассказал? Нет, требует, чтобы это что-то отличалось от того, что я вот
собирался о чем рассказать. Требуют люди, ожидают. В этом прямо Гегель пишет, у него вот между строк есть у него формальное такое выведение логическое, диалектическое, а есть комментарий, который даже не в примечаниях, а прямо в тексте. Он говорит, ну как вот люди, когда идет речь о равенстве, ожидают, что какое-то будет различие, если не будет никакого различия. Ну, кстати, насчет... Вот скажем, в математике есть левая часть уравнения, это правая часть уравнения. Вот сейчас у нас есть спутники, есть две системы, американская и российская, которые. GPS и ГЛОНАСС. Скажите, пожалуйста, вот эти две, 5 равно 5. Одна пятерка слева, другая справа. У них координаты разные? Разные. Ну, спутник, а спутник же не понимает ваших расстояний, ему все равно. Это у него раз, совершенно два разных объекта. Этот слева, этот справа. Теперь, значит, эти некоторые деятели нынешние из области методистов, преподавателей придумали вместо равенства говорить конгруентны. Конгруентны? Конгруентны. Ну, вроде как 5 конгруентно 5. Конгруентность. Соответственно. Да. Ну, вот. Там, где с одной стороны выпуклость, с другой стороны пухлость должна быть. Да, пухлость. Тогда это конгруентность. Конгруентность. Ну, то есть пытается здесь, все равно, но на самом деле никуда от этого не убежишь. То есть, сказать, это вот равенство, можно от него абстрагироваться. И можете ли вы нарисовать две пятерки одинаково? Никак вы не можете. Ни механическим путем, ни физическим путем. Потом, ну, у них разные молекулы в разном количестве. Они в разном, по-разному двигаются. Мы перейдем на молекулярную, маломолекулярную, на атомный уровень перейдем. Нет, ну, понятийно-то пространстве мы можем сказать, что... Вот два. Не можете вы в понятийном пространстве, потому что мы до учения, о понятии, Евгений Николаевич, не дошли, не можем мы в понятийном с вами смысле, потому что понятийного смысла мы еще не изучали. Понятие – это что такое? Это, третий том науки логики, понятие. Третий том. В понятийном смысле так. Мы без понятия с вами сейчас. Так а что тогда про Бога? Бог – это сверхъестественное существо, а в разных... Не знаю, я сказал то, что... Я твердо знаю, как человек, изучавший формальную логику, что Бог – это Бог. И что, вы спорите со мной? Вы просто не удовлетворены этим делом, это понятно. Гегель об этом и говорит, что если, так сказать, отождествляющая речь, она ни у кого не вызывает никакого энтузиазма. Отказ от рассказчика, от выступающего ждут, что он вот покажет разницу. Если он ее не покажет, а кончится тем, что елка – это елка, ему хочется этого прогнать, этого рассказчика. Так вот, а? Хотя он прав, этот рассказчик. Да, а он прав. И вот, тогда мы начинаем разбирать, сколько видов, Евгений Николаевич, вы хотите туда двинуться в понятие. А скажите, сколько видов рефлективных определений вы знаете? Перечислите рефлективные определения, которые вы изучали. Это вот Константин Константинович. Год. Я пропускал много занятий. Вы специально пропускали, чтобы прибавить авторитета Константину Константиновичу. Объясните, товарищи, какие есть рефлективные определения? Рефлективные определения? Нет, я ничего такого ругательного не сказал. Это звучит угрожающе. Я согласен. Ну вот, Алексей Сергеевич, он начал, он может продолжить. Я чувствую, подойдите, сейчас вот он продолжит. Тождество, различия. Вот. Учитесь, Евгений, учитесь. Что? Противоположность, основание. Противоположность. У вас есть магнитофон? Магнитофон? Да, есть? Вот я пишу на диктофон. Вот вы пишите и потом прослушиваете. Обязательно. Тут тоже пишется, прослушивается, и зато вот запоминается. А вы записываете, а прослушивать забываете. Да, нет. Вот и все это и скрылось. Нет, я иногда... А вот равенство между вами, оно и вот оно состоит в том, что вы как бы оба записываете, только результат разный. Что я могу сделать? Похвалить вас за то, что вы стараетесь изучать глубоко. Это такая форма, такая похвальбы. Стараетесь. Так, значит, получили мы, значит, вид. А потом чем это закончилось дело с... А потому что форма различия оказалась как раз соответствующей сущности, да? Отрицательная форма различия. Отрицание, они разные. А разные – это когда вы не различаете, чем они разные. Просто разные. Мы с вами разные люди. Все.
И не надо там выяснять, что у нас разное. Не надо. Вот разное и все. И дело с концом. А вот когда различие, а потому что он в черном, а у меня есть красный галстук. Но я не пионер, это я себя различаю, отличаюсь от пионера, потому что галстук не такой. Ну и так далее. Различие. И чем мы это различием разбираем, разбираем, и что? Пик этого выяснения различий. Существенное оно или несущественное? Да, ну это различно. Ну для меня, например, важно. Вы меня спросили, я ответил. А противоречие для вас не важно. Противоречие для меня важно, чем противоположность. Самое главное. А противоположность не развивается в противоречии? Нет. Противоположность, да, она может превратиться, может. Она может превратиться в противоречие. А может она не превратиться в противоречие? Нет. А противоречие это что такое? Это единство и борьба противоположностей. В этом противоречии... Евгений Николаевич, два раза противоположность, с одной и с другой стороны. И каждая противоположность содержит в себе все противоречие в целом. Почему? Раз они в единстве. Хотя, может быть, и правильный переход противоречия. Потому что противоположность, она никогда не разрешена. Может быть и правильно, потому что это вообще ядро самой диалектики. Поэтому может быть и правильно, что мы вот это вот учение о противоречиях все-таки вставим на соответствующую высоту. Но это же не такое учение о противоречии, когда мы дошли до противоречия, на этом все. Нет. Противоречие разрешается. Во что? Ну, я сейчас... Мы же что хотим понять? Вот то, к чему мы пришли. А как можем понять? Двигаясь к нему через предыдущие, правильно? Как ехать до Москвы? Ну, вот до Балагова доехали. Что там впереди еще? Клин будет? До Клина доедем. Ну, а как? Надо двигаться же. Это вы в Москву едете? На Москву, конечно. В столицу, да. Вообще же пробираются в Москву постепенно. Да. Столица. Карьеристы все туда идут. Что там? Не, в Петербург могут идти. Суд сюда отправили. Суд сюда. А мы вообще сколько народу отправили в Москву из Петербурга, видимо, невидимо. Да. Так, значит, противоречие разрешается во что? Кто скажет? Валерий Александрович, вот, товарищи знают, он уже в основании. Вот основания основаны. Потом выясняется, что надо пару брать. Есть основа, основания основаны. А как же, значит, вот само это вот основание? У него же тоже есть бытие, которое есть отрицание его. И поэтому это уже предпосылка, оно за рамками этого самого. Основание. Значит, есть такая картина, есть предпосылка, условие она называется, еще бытие, которое предпосылается этому. Потому что полагание есть предполагание. Если вы об одном говорите в диалектике, значит, вы противоположное должны взять. Не бывает такого, чтобы не было противоположности. Не бывает. Никогда. Поэтому, если есть положенность, а основание – это положенность, значит, есть предположенность. Логично? Логично. А как называется то, что предполагается основанию? Предпосылка. И вот тогда у вас получается уже вот это основанное основание. Основанное имеет основание и условия. И это что такое? Да, это ваше основанное. Знаете? Восстановленное через сущность бытие. Ужас. Как же ужас, радость. Бытие появилось. Евгений Николаевич, мы только что в бездне были, вот в этой, в одном. А нельзя попроще, как спросили Гегель, нельзя ли попроще? Жизнь нельзя упростить. Это да. Сделать вид, что она простая, можно. Это, пожалуйста. Вот можно сказать, что формальная логика делает вид, что противоречий нет. Ну нету формальной логики. Не буду брать их, не буду рассматривать противоречия и все. Хорошего человека недостатков у вас нет. Все. А если вас посадят за что-нибудь, то это... Значит, хороший человек посадили. Репрессии. А? Репрессии. Плохие вещи случаются с хорошими людьми. Да удивительно, как с хорошими людьми бывают плохие вещи. Непонятно. Трудно понять. Это уже... Особенно, когда человек как... переворачивается и становится, когда у него наоборот, главным становится то, что было недостатком. Вот такая есть, такая сакраментальная фраза у Ленина, что товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жюля Геда, который возглавлял гору,
а самая революционная часть социалистической партии Франции, за исключением его измены в 2014 году. Учитесь на примере всей жизни Жюля Геда. А потом Каутского зарекомендовал Жюля Геду читать работы. До его измены «Дело рабочего класса» тоже в 2014 году и написал «Пролетарская революция. Ренегат Каутский». Сначала статью, потом брошюру. Негат, а ренегат. Очень культурно. Ну вот, так вот я вас поздравляю, что так сказать, то, о чем мечтали большевики, о том, чтобы все-таки какая-то почва прочная была, и даже некоторые в самом начале пытались говорить изучение, что, дескать, вот, существует, а я сразу останавливал, говорю, не надо про существование, только не надо про существование сейчас, хватит бытия нам. И вот оно свершилось, уже учение о сущности появилось, бытие. Которые, ну как вот, из пены морской, из отрицания, из сущности. Вас это удивляет? Нет. Вот это хорошо, что вас это не удивляет. Почему нас это не должно удивлять? Почему? По той простой причине, мы же знаем, что сущность есть отрицание сферы бытия. А раз она отрицает, она же не просто ее отрицает, она снимает же ее. А раз она снимает, значит она содержит. А раз содержит, значит это все всплывет. Вот оно начало всплывать. И поехали. Всплытие, значит. Существование, то есть бытие, это же бытие, ну какое бытие? Бытие с основанием и с условием. Для когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, оно вступает в существование. Или когда для какой-нибудь мыслимой вещи. Вы еще только мыслите, а когда вы все создадите, что для этого надо? Лещук позвонил, надо денег для газеты, потом надо типографию нести, потом то делать, потом это делать. И вот оно, глядишь, и вот, и, пожалуйста, оно есть. Но если газета не разослана, это трудно вот осознается, особенно главными редакторами, что если эта газета не рассылается, то это не газета. Ну, мало ли, где-то какую-то бумагу человек там была светлая бумага, а теперь она с черненьким и лежит. Вот. Значит, следующая категория какая, Евгений Николаевич? Чего, не знаете после существования? Ну, тут уже вообще легко. Легкотня. Легко, это понятно. Так, вот я имею. Вот и Валерий Александрович, он знает, что вот следующая категория, которая идет за существованием. А, он сейчас углавление посмотрит и элементарно ответит. А чтобы я не видел, что он смотрит, у него так открыт компьютер. И он за ним скрыл. Одни, значит, в компьютере что-то там читают, а другие просто крышкой прикрываются и так спокойно дальше просто листать. Явление, наверное. Явление. Вот, Евгений Николаевич, смотрите. Смотрите, вот. Вот. Я смотрю, как человек вот. Учится. Явление. Явление. Половину уже не видит. А явление это что такое? А вы очки попробуйте. Когда мы это существование берем, мы все равно должны взять его с отрицанием. Правильно? Да. Вот это взяли за существование, порадовались, но после этой радости ну, у нас нет. Начинается огорчение. Оно же с отрицанием. А что отрицается? Непосредственно отрицается. Значит, надо взять рефлексированное, то есть опосредственное. Вот рефлексированное существование – это что такое? Это то, вот это вот вглубь, это законы. А, спокойно. Царство спокойно в явлении. Явление – это не непосредственно, а рефлексированное существование. Нет. Вы в сущность движете. Нет, это явление как раз это непосредственное. А вот рефлексированное существование – это законы. Отраженные от бытия. Хотя все здесь рефлексированное. В этой, вот мы все это, все рефлексированное здесь, только смотря от чего. А рефлексированное это отраженное. Вот это вот бытие отражено от законов, а законы отражены от поверхности явления, от явлений. И два мира, тем самым мир волнующийся, это мир чего? Явление, являющийся мир. И спокойное царство. Законов. Но если царство ни над чем не царствует, не подчиняет себе то, чем оно царствует, царит, то это царство. Так дело в том, что закон это подчиняет все движения, вот это явление. И они проявляются. А раз они проявляются, то дальше мы начинаем с этим разбираться, с явлением. Выясняется, что есть внешнее и внутреннее. И вот внешнее и внутреннее, они тождественны. Они неразрывны же эти самые
Вот вы идете, идете от внутреннего к внешнему. Когда остановка, и начинается уже внешнее. Никогда. Так вы дойдете до внешнего. А внешнее? Когда? Посмотрите на свою кожу. Она же и внутренняя тоже. Вот если кожа поражена, человек умирает. Будете доказывать, что она внешняя. Если внешняя, сбросьте эту кожу и ходите в той, которая внутренняя. Как лягушка сбрасывает. Относительность там же еще. Вот относительность существует как категория вот, ваших рассуждений. Нет, это в физике. А. Теория относительности. У нас другая наука. Евгений Николаевич, извините. Я ну что он делает здесь? Ну, это другой кружок, там это другие он, ведут, да. Другие сидят. Ну после того, как у Марса. Получается, что между внутренним и внешним границей нет. Да граница-то есть. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Как же нет? Именно есть. Есть. Вот у нас с вами есть граница значит, сейчас? Она есть. Какая граница есть, у нас? Есть непосредственно воздух. Стол. Нет. А вот стол, видите? Он нас соединяет или разделяет? И то, и другое. Так, а кружок граница у нас, вот этот кружок граница, что он делает? Он нас всех разделяет. Я, между прочим, руководитель кружка. Это нас ой, что? Это нас разделяет. И я все время из-за этого на вас нападаю. Да. Ну кого-то надо же выбрать, потому что это должен быть объект заметный, потому что я по мекам маленьким не попаду. А тут, как человек близорукий, а тут, значит, есть объект. Раз. Во-вторых, надо иметь, так сказать, хорошие товарищеские отношения, чтобы, так сказать, нападать. Правильно? Вот если я на кого-нибудь нападу, сразу драться пойдет со мной. А вы со мной не пойдете драться. Нет. Поэтому я позабочусь не о вас, а о своем здоровье, чтобы мне отсюда выйти живым. Как всякий эгоист. Так что это рефлексивное такое. Вот на Бориса Николаевича я иногда нападаю, потому что он человек добрый, он, так сказать, как все крупные фигуры. Вот, и он не ответит. А если ответит, то, я думаю, мне не сдобровать сразу. Ну, у него другая весовая категория. Я вообще никогда на соревнования с ним не пошел. Так, значит, вот смотрите, что мы получили. Вот мы получили единство внешнего и внутреннего. Я сегодня вот готовился к занятиям, и вот на этом остановился особенно для себя. Ну, и заодно, поскольку это внутреннее, то я его и делаю внешним. Если бы это не было у меня внутренним, я не мог об этом бы рассказать во мне. Как можно рассказать? Как можно рассказать то, что не стало внутренним? Только внутреннее и может стать внешним. А душа вот у человека, если вот есть, она и проявляется на лице и в глазах. Внешне для иного. Да, вот я чувствую, что вы так на меня смотрите еще вот не с ненавистью. Когда вы не ненависть, а... А подозрение такое, подозрительность. Кто вас подослал? Понимаете, вот на самом деле вы уже вещь в себе и вещь для себя, или вещь для нас уже. Я для вас. Для нас, да. Для вас, а как, и кружок. А что такое руководитель? Человек в жертву себя принес. У вас уже вот эти понятия как бы присвоены уже, правильно? Нет, они не присвоены, они усвоены. Они усвоены. Это у вас присвоены, поэтому, у меня усвоены. А нельзя ли вот через эти понятия определить внешнее, относительность внешнего и внутреннего? Мы уже говорили, что мы с эти понятия, мы пока слово понятие оставим в стороне. Это вот какие-то категории. Категория – это то, что высказывается о сущем. Аристотель говорил. И все, и достаточно. Значит, короче говоря, вот это внешнее и внутреннее. И вот мы тогда, когда берем единство внешнего и внутреннего, это вот тогда получается, что вот это внутреннее, оно выходит вовне. И закон тогда, он не просто там где-то в глубине, а есть закономерное, оно и в явлении. Или в явлении закономерное не проявляет. Какой смысл тогда в этих законах, которые изучают, если они в явлении себя не проявляют? Проявляют, правильно? Обязательно. Обязательно. А раз они проявляют себя, так вот, такие законы, которые выходят на поверхность и представляют собой уже и бытие, это что такое? Как называется? Какая категория это выражает? Здравствуйте. Вы нас возвращаете назад к началу учения о сущности. То есть только мы уже на вершине горы, Евгений Николаевич меня столкнул прямо с оттуда. Я с обрыва и полетел. И ударился снова об бытие. Ну вот, понимаете... Я знал, что вы такое сделаете. Логика не гигелевская. Да. Умищ-то куда да нет, вы людей убиваете. Диалектика разбилась об... Но... об бытие. Об бытие. О бытие. Значит, и это называется категория. Потом, если вы внимательно следите за оглавлением, тоже могли бы сказать, эта категория называется действительная. Это тема сегодняшнего занятия, Евгений Николаевич.
Вы подготовились к сегодняшнему занятию? Ну, я читал. Это вопрос. Это вопрос. Значит, объявляю, это вопрос только к Евгению Николаевичу. Евгений Николаевич, вы поняли? Я понял. Ну что я буду. Вопрос задать, профессор. Вопрос уже? Хотите вопрос? Вы думаете, пора уже вопросы задавать? Чем действительно отличается от действительности? Не, ну мы хоть не двинемся вперед. Может быть. А вот про действительное, вот я хочу вам зачитать. Есть такие вещи, которые человек, который многократно читал, ничего сказать, ничем другим не отличается от других, он начинает хоть замечать, что там написано. Потому что когда в первый раз, или второй, или пятнадцатый раз читаешь, то не очень, так сказать, запоминаешь, что там написано, не отличаешь то, что вот написано, от того, что дальше написано. Но так же не может человека хватить и удержать в голове. Да, вот смотрите, как написано про действительность. Третий отдел. Евгений Николаевич, третий отдел. Какой страница? Страница 480. Вторая. Нет, 480. Третий отдел. Действительность есть единство сущности и существования. О, это хорошо же. Вот. А здесь вот... Да не надо, не отвлекайтесь, Евгений Николаевич. Нет, я не отвлекаюсь. Вот я одну-то мысль не могу в голове удержать. Это вы можете три мысли в голове сразу. Я одну не могу удержать. Вот одна мысль я высказал, одну. Вот зачитал. Действительность есть единство сущности и существования. Давайте на этом остановимся и обдумаем. Что это значит? Единство сущности и существования. Сущность – это категория отрицательная. Но по своему порождению, да? Сущность. Это отрицание бытия. Отрицательное. А существование – какая категория? Положительная или отрицательная? Положительное. Ну, плюс-минус мы будем отличать или нет? Положительное. По мере движения. Положительное. Да, положительное. А это вот единство отрицательного и положительного. То есть сущности и существования. У нас что получилось? Мы сидели, так сказать, в области сущности, двигались, добрались до существования, потом до явления и, наконец, до единства сущности и существования. Так мы вышли из сферы, когда уже... сферы сущности. Нет, куда мы вышли? Да вы что? Значит, мы еще все в отрицательном. Оттуда выйти тяжело. Туда и зайти-то тяжело, а выйти тем более. Вход рубль, выход миллион. Если вход рубль, а выход миллион. Это тебе тяжело. Значит, нет, мы не вышли. А вот на 365... Вот это очень просто решается. Вот смотрите, вот видите, вот это я, где я прочитал, еще сколько надо идти для того, чтобы выйти. Это еще не выйти, это же первое. Кончается вторая книга, а выход – это книга третья. Вы себе понятие. Вход еще она отдельно идет, как часть вторая. А? Николаевич, вход раньше не на 480 странице, а на 465. Я не о входе и не о выходе, а я о том, чтобы мы понимали, вот оно здесь самое краткое выражение о том, что такое действительно. Вы же хотите кратко или нет, или хотите подробно? Подробно, пожалуйста. Я хочу. Книгу читайте подробно, все. А я вам выбрал самое краткое. Действительно, это единство сущности и существование. Допустим, я ничего больше не знаю. А вы умеете написать? Единственное, непосредственно. Мне не важно, что в других местах. Я вот одно усвоил и уже могу ходить и доказывать, что я философ. Ну, вы же философ. А у вас бумажка есть специально. Да, вот в этом и разница. Но у меня раньше не было бумажки, а вот стал на уголовье читать, и бумажку дали. А вы читайте, вам тоже может дадут бумажку. Мне вот даже зарплату повысили на 4%. Я как не считал, только диалектически можно считать 4. Было 52 тысячи, стало 54. Думаю, как они считали. Но я расписался за этот приказ. Но у нас ОЦО, вы не знаете, мы же не обыкновенный университет. Мы готовим президентов и премьеров. Поэтому у нас ОЦО. ОЦО – это особо ценный объект. Нам за всякое движение дают еще полсуммы. Допустим, оклад 28 тысяч, 14 ОЦО. Там 1000 рублей за то, что ты доктор наук, 500 рублей ОЦО. 1000 рублей за то, что ты профессор, 500 рублей ОЦО. А есть должность, звание и степень. 3, и за каждую 500 рублей. Итак. Ужас. А поскольку это приходится давать, то начинает вузы сокращать, и за три года
за 3 года люди, которые это не изучают, решили, что надо эти вообще, это слишком много умных людей, и половину вузов закрыли, половину за 3 года. То есть это величайшее достижение нашего министерства высшего и специального образования СССР. Я бы на месте этих самых наших врагов это дал бы премию какую-нибудь, Нобелевскую, что ли, дать бы этому министру за такую победу над образованием в России. Какие еще есть такие большие премии? А может, еще крупнее какая-нибудь есть, чем Нобелевская? А кто тогда был министром? Ливанов же у нас все. Этот еще хуже, чем Путин. Ну, да, это одна линия только. Люди меняются. А Васильева что? А? Молчит? Васильева молчит? Васильев? А что он? Васильева, нет, сейчас новый министр. Васильева, она школами занимается. Еще школы еще не закрыты. Еще не паханная целина. Нет, ну как не паханная? Да. У нас было среднее образование, а сейчас какое, Валерий Александрович? Да 9 класс. Какое? Я не знаю. Вот вы даже не знаете, какое у нас образование. Подскажите ему, пожалуйста, так, соседу. 11. Какое у нас образование в школе? Вроде среднее. А? Среднее. Базовое. Что значит базовое? Кто это на базе? Какая? Я не что знаю. База? Я считал, что среднее. У меня ребенок ходит, я думал, среднее. Вы куда ребенка отдали? А он потому что учебники читал. Теперь нужно еще вообще дальше разбираться. Говорит, что он туда вообще ходит? Валерий Александрович, вы мыслите категориями культа личности, эпохи культа личности и тоталитаризма. Да. Когда было полное, полное среднее образование. Сейчас основное. Основное это сколько классов? 9. Но если у вас так повезло, что у вас еще есть 10-11 класс, мы рады за вас. Но обязательным для вас основное, а остальное не обязательно. Нет, это то еще одно. Там к ЕГЭ готовят. Я сейчас боюсь даже сунуться в школу. Не, ну в вузах-то вообще хорошо, у нас же не 5 лет, уже 4 года хорошо. Быстрее, быстрее становятся люди зрелыми. Раз-раз. Так. Но это не мешает нам двигаться вперед. Вот смотрите еще раз. Действительность есть единство сущности и существования. То есть как бы на равных уже, смотрите, позитивные и негативные. Негативное впереди существование. Но раз это единство сущности и существования, а здесь не просто на равных, а они как бы сливаются. Категория действительно, если оно что-то действительно, то оно есть. То есть, если вы вот сегодня, даже мысль, если вот она какая-то действительная, то она разумная. То есть, можно взять и сделать так, как она вот замыслили. Если что-нибудь придумали хорошее, Денис Борисович, оно реализуется. Если глупость какую-нибудь придумали, тоже, возможно, реализуется. Но насчет вот нас не рисует, если разумные что-нибудь. Вот это-то и страшно. Нет, ну это мы не можем этим упасть. Но нам важно, что если разумное, то оно действительно. А если действительное, то его можно осознать. То есть действительно разумно. И вот этого есть у Гегеля, но не здесь, он в других местах это пишет. То, что разумно, то действительно, а то, что действительно, то разумно. Ну вот идея, овладевая массами, становится материальной силой и то, и меняет мир. Ведь она овладевает массами, это она значит внутренняя, да? А она становится внешней. Раз она масса, это уже движение людей. Уже материальная сила. Материя движется уже. А до этого было сознание, то есть вот пропаганда только, и внедрение, и изучение, и так далее. Вот царское правительство это не понимало. Оно боролось с кем? С эсерами. Они все время террор, то все. А эти большевики сидели, вот как Евгений Николаевич, так сидели, читают книги. Что с ними? Что с ними бороться? Ну что с вами бороться? Ну как не боролись? А? Ссылали же. Ну ссылали это из них. Это как с аспиранту. Это аспиранту. Да, да. Ну, Ленин написался книгу «Развитие капитализма в России». А вот так бы он бы сидел бы и занимался бы в кружке в Союзе борьбы за освобождение рабочего класса. И раз на 3 года он написал книгу. Зарплату ему деньги давали? Давали. Ну все, сидит. Вот единственное, что вот он так договорился, что он не будет читать, вот присылают газеты. Он по порядку каждый день открывал вот следующую газету, чтобы у него сдвиг был там 3-месячный. Но вот он смотрел последовательно. Потому что дворянского сословия был. Потому ему давали. И вы пробиваетесь из дворянского сословия. Сейчас можно купить, Евгений Николаевич. Получить-то не буду.
А? Все купить кому? Ну, да. Ну вот Собчак сразу, Собчак деньги набрала, сейчас 400 миллионов. Я думаю, она, а что надо-то, и купит, какие проблемы. Купите, то, купите себе ценные бумаги и на проценты от них и живите. Что, какие нет, сейчас ни для каких нет проблем. Сейчас коммунизм будет, Евгений Николаевич, только в коммунизм заходит по отдельности. Абрамович уже зашел, и Собчак. Ну и так вот. Раньше думали, все зайдут. Это вот это тоталитаризм. Все сразу тотал. Все. Нет, ну по отдельности так, видите. Я еще не зашел, а вы, наверное, уже зашли. Наши маяки, да. Да. Рамович. Так, действительность есть единство сущности и существования. Ну, дальше вот менее понятно. В ней имеет свою истину лишенная образа сущность. Почему она лишенная образа? А потому что образ – это поверхность, а поверхность у нее бытие. А это она, рефлексия, она отрицание бытия. И лишенная устойчивости явления. Почему лишенная устойчивости явления? Правильно написано? Что лишено устойчивости явления. Это не мы решали, это Гегель решил. Нет. Правильно. Гегель правильно. С нами советовал. Все относительно. С нами. Ну не прямо с нами, но с народом он советовался. Потому что устойчивость в законах. Закон это устойчивое в явлении. Поэтому само явление неустойчивое. Ну, все правильно написано в Гегеле. Я вот хочу его оправдать. Вы так скептически к этому относитесь, а он прав. Нет, я не скептически. Не скептически? Вы задали вопрос, как? Я тоже скептически. Задал вопрос. Правильно или неправильно? И вот он, дальше он уже рассматривает, как вот будет действительность рассматриваться. Я так понял, что мы за сегодняшнее время, вот и так ее полностью-то не разберем, но путь дальнейшего движения мысленно наметим. Вот это развертывание действительного имеет три ступени. Смотрите. Это единство внутреннего и внешнего, вот единая абсолютная тотальность, это есть абсолютная действительность. Вы хотите достичь абсолютного? Вот сейчас мы приступаем к изучению абсолютного. Сколько мы уже с вами занимаемся? Несколько лет занимаемся, и вот только впервые приступили к изучению абсолютного. Вот если кто-нибудь к нам что-то будет говорить, скажет, вот ты знаешь, что такое абсолютное? Не знаешь, а я знаю. И что мы с тобой будем разговаривать? После... Все, мы выходим на вершину уже, абсолютное. Абсолютно ничем не посредственное. Не надо. Абсолютно опосредственно всем предшествующим движениям. Это вы правы. Но это с виду она кажется, что ничем не опосредственно, но на самом деле она опосредственна всем предшествующим движениям к этому абсолютному. То есть развитое начало. Ну, конечно. Абсолютная действительность. Но это... Вот. Вот эта действительность есть ближайшим образом абсолютное как таковое. А потом будет действительность в собственном смысле, действительность, возможность и необходимость, которые составляют формальные моменты абсолютной или его рефлексии. Действительность, возможность и необходимость. Слышали такие? Возможность, необходимость, да, действительность. Конечно. Вот особенно про возможности люди рассуждают, но эти рассуждения обычно пустые. Вот возможно так, возможно так, возможно так. Вот действительно это понятное дело, что будет. И необходимость, когда это будет, хоть это необходимо, но этого нету. От того, что вы знаете, что пища вам необходима, от этого пища еще не появляется. Да, сама по себе не приходит. И в-третьих, единство абсолютного и его рефлексии есть абсолютное отношение, или вернее абсолютное, как отношение к себе самому, субстанция. А субстанция, как вы обратите внимание, когда будете читать, это уже переход куда? К понятию. Вы хотели понятие? Вы его получите, но прочитав вот это вот, хост, вот. Евгений Николаевич, вот пока, да не, пока это не прочтете, никаких понятий, без понятия мы. Мы только в сфере сущности. Вот, а абсолютное, оно из-за того, что вот этих движений отрицания было, и то, и другое, тут есть и сущность, и существование. Поэтому тут нету движения от одного к другому, тут есть, говорит, лишь развертывание. Просто развертывается это абсолютное. Как бы раскрывается. Вот это вот это единство сущности и существования. Вот. И лишь показывание того, что оно есть. А субстрат предшествует абсолютно? Нет, тут никакого субстрата, тут есть атрибут. Атрибут. Ты еще слышали такое слово атрибут? Слышал.
Вот атрибут содержит в себе все содержание абсолютного. Все содержание содержит в себе. Вместе с тем он ее содержит как в некотором определении формы. Вот если я сзади со спины к вам подойду и буду на вас смотреть со спины, это будет как бы атрибут у вас, спина. А все равно будет Евгений Николаевич весь целиком, но со спины. Это атрибут. А если я еще и способ и вид прямого внимания, это будет модус. Это все по-гегелевски. Да это не по-гегелевски, это спинозизм. Что? Да. Спиноза. Это из этого родил где-то Спиноза и Лейбниц уже? Это Спиноза, это спинозовские категории. А что, Гегель же подытожил все развитие философии за 2000 лет. И поэтому вы освобождены от того, чтобы читать историю философии. Можете по-другому идти. Идите в истории философии, дойдете и умрете еще, дойдя до 1/4 истории философии. Ну хорошо, это значит удовлетворительно. Удовлетворительно. Я понимаю. Удовлетворительно, вы недовольны. Я поругался. Ну, со мной еще поругайте. Приходите, я у вас тоже приму. Хотите, я пришу. Я вам пропуск пропущу. Придете прямо в университет. Значит, так. За обычный экзамен 12 тысяч, а за... Значит, я вас просто предупреждаю в ответственности, то есть о том, что нам предстоит. Вот предстоит вот это освоить, а тут это вот не похоже. Как всегда не похоже. Почему не похоже? Потому что каждый раз вы уже включаете все, что было, и это отличается от того, что было. То есть, с одной стороны, здесь, ну, нету такого вот просто отрицания. Тут развертывание идет. Да, вот модус. Модус, потому что вы хоть так на вас смотри, хоть сбоку, хоть со спины, все равно Евгений Николаевич, так или иначе. Поэтому атрибут, он неотделим от содержания. Он включает все в содержание, но он все-таки какой-то. А вот уже сам способ, и каким вы действуете, и вот способ... Даже написано «голый вид и способ». Вот я не знаю, на вас я уже это не буду распространять. Потому что прямо написано «голый вид и способ». Это как-то звучит. Это вы прочитаете, это мы не будем озвучивать. Тем более это вот, не будем это в постановочную какие-то формы переводить. Так и написано. Вот смотрите, вот заканчивается абсолютно. Следовательно, та форма, возьмем ли мы ее как внешнюю или как внутреннюю, через которую абсолютно есть атрибут, вместе с тем положено так, что она есть некоторая в самом себе ничтожная, внешняя видимость или голый вид и способ. На этом придется нам и закончить. Вот так. Да. Жалкие аплодисменты. В следующий раз собираемся. Через 2 недели, 27-е, да? 27 числа. Собираемся, значит, что нужно? Значит, прочитать этот кусочек, прочитать все про это действительно, и, естественно, все до этого тоже. Понятно, что вот понимание вот этого, оно связано с пониманием предыдущего. Потом это у нас, как вы понимаете, кружок, это головной отряд. Я не знаю, может, есть кто-то еще в мире, но не встречался, кто бы до этого, так сказать, дошел. Или есть, вот, скажем, разные семинары, где люди как бы изучают, но они или галопом по Европам, или просто еще далеко до этого не дошли. Вот, смотрите, тут еще, извините, что я, на 465-й странице, вот если вы уставили... На какой? Книжку, на 465-й странице. Ну, хорошо. Вот я... Первый абзац... 65-й. Вот, написано. Но. В этом ставшем совершенно формальном различии само отношение идет ко дну и выступает субстанция или действительное, как абсолютное единство непосредственного и рефлектированного существования. Но. То есть вот это, вот это действительное. То же самое. Действительное, как единство непосредственного и рефлектированного. Здесь действительное, а тут действительность. Ну, видите, видите близость, да? Действительность – это существительное. Да там а же действительное – это предлагает. А содержание – это то же самое. Почитали? Нет, не совсем. Внимательно читайте еще раз. Непосредственного, то есть бытийного, и рефлективного, то есть существо, то есть сущность. Субстанция – действительность. Да, субстанция – потом. Да посмотрите, единство непосредственного, то есть бытия, и рефлективного, то есть сущности.
То же самое. А действительно, здесь уже потом прямо говорится, это единство бытия и сущности и существования. Вот я говорю, что это раньше появляется, как тезис, видимо. Можете подать, можете подать на Гегеля в суд. А? Не, надо пройти сначала наши все суды, а Гага так не возьмет. А потом уже в Гагу. Знаете, он с Лейбницем вообще-то говорил на одном языке. Они с Лейбницем на одном языке могли общаться. Не знаю, мы вам даем на русском. Можете читать на немецком. А на русском языке вот это все. Я вам на немецком дал? Да. Ну, читайте на немецком, Евгений Николаевич. Я вам дал на немецком, все хорошо. Когда они, кстати, от латыни отказались? Когда они от латыни отказались? Еще в середине 17 века, по-моему. Еще раз. Все равно все было на латыни, правильно? Ну, конечно. В России изучали латинский язык. Вообще, академика Павлова, радуйтесь, что вам не на латинском. Нет, а вот они немецкое начало... уже на своем языке сразу стали? Ну, это начало на немецком написано. Да. А? Да. По-моему, Вот вы же не отказались до сих пор. Я говорю, что у академика Павлова докторская диссертация написана на латыни. Это начало 20 века. А вы нам скажете? А сейчас академик Павлов писал свою диссертацию на латинском языке, а он не мог прочитать даже на русском науковой Гегеля. Сейчас в Молдавии используют в медицинской документации латинский язык. Понятно. Пишут на латыни. Ну, это я знаю. Потому что на молдавском писать невозможно. Я знаю и такую шутку, что почему у медиков плохая зарплата. Они как выйдут с плакатами, а никто не может прочитать, что на них написано, когда требуют повышения зарплаты. Как сюда, на рецептах.